Итак, продолжим. Вот по этой самой причине я отказываюсь всегда, отказываюсь от любых препаратов, которые сделаны из натуральной крови. И никто меня не переубедит, что это допустимо и это возможно. Следующий момент. Говорит ли вам врач о том, что несет ребенку явную выгоду, но не несет ему напрямую прибыль? Например, говорил ли вам врач о том, что для этого ребенка совершенно недопустимо иметь в доме токсичную бытовую химию, или же что ему нужно избегать дополнительных токсинов, из каких-то других источников, или же что у вас в доме вы должны отказаться от всех беспроводных приборов, потому что эти дети крайне чувствительны к микроволновому излучению. То есть вот это не несет ему прибыли, но он говорит вам об этом. Это очень хороший специалист. Он говорит вам важные вещи, и эти вещи очень хорошо повлияют на ребенка. Кстати, у меня есть такая презентация, обновленный протокол лечения аутизма. Все вот эти советы там собраны. То есть, если вы о них знаете, вы уже можете следить за врачом. Он вам хоть что-нибудь из этого сказал или нет? И дальше уже делать вывод, доверять ему или не доверять. Но даже если вы доверяете специалисту, у специалиста может измениться ситуация. Поэтому вам всегда надо быть в хорошей форме, в хорошем состоянии. Вы должны понимать, для чего что делается, что происходит. Для этого делались мои презентации. И я вам клянусь, если вы их все прослушаете, вы будете в совершенно изумительной форме для родителя, даже для консалтера. Я вам хочу сказать, есть специалисты, которые просят меня дать им доступ к этим презентациям, и я даю. Кстати, бесплатно специалистам я даю, потому что для меня специалист, который понимает, что он делает, это дороже всего, и я на нем не зарабатываю вообще. И я сталкиваюсь с ситуациями, когда специалист, хороший специалист, может вдруг начать вести себя как-то странно. Вот, например, у меня был такой случай с нашим дантистом, который лечил Деника уже вот годами просто. Вдруг ни с того ни с сего. Я думаю, у него что-то изменилось в жизненной ситуации, ему резко понадобились деньги. Ну, например, может, у него кто-то сильно заболел, понимаете? Я не знаю, что там произошло, но вдруг он мне рекомендует Денику вырвать все зубы и заменить на импланты. Но я, разумеется, отказалась. И, понимаете, но раз вы такие решения, вы должны принимать очень быстро. У вас нет даже времени сказать, позвоню куда-то, посоветуюсь. И хорошо, что я знала этот вопрос, очень глубоко знала. Потому что ребенок уже лежал под наркозом, он вышел ко мне и вот это заявил. И я сказала, нет. То есть он мне вот сделал такое предложение, и я потом ходила у себя там по колледжу и всем рассказывала. Представьте себе, что происходит. Ну, во-первых, мне сказали, сейчас это происходит на каждом шагу. А во-вторых, один у нас есть мальчик, у которого жена дантист. Он мне сказал просто, а ты знаешь, что согласно исследованиям, ну и то, что все дантисты знают, только половина всех имплантов приживается. То есть, если он тебе посоветовал все удалить, только половина из этих зубов приживется. И это при том, что у ребенка все еще растет челюсть. Это вообще недопустимые вещи. Она еще не сформировалась. И еще, например, до меня такие слухи сейчас доходят о специалистах, которых я раньше знала с самой лучшей стороны. Они вступают в какую-то сетку, похожую местного сетевого маркетинга, и начинают рекомендовать добавки этого бренда. Ну, то есть я хочу вам всем напомнить, что ситуация с добавками у вас плохая, она не стала лучше, ничего не изменилось. У вас есть такая замечательная передача «Теория заговора». Там о пищевых добавках была передача. Вот посмотрите, она есть на YouTube, если вы ее все еще не видели. У вас этот сертификат на выпуск добавок очень легко купить. Эти баночки подделываются элементарно, в любом подвале, туда засыпается что угодно. Одно дело использовать ваш медикамент, вот антрацгель, да, для нас это как бы добавка, он не медикамент. Для вас он идет как медикамент, он утвержденный медикамент. Унитиол – это утвержденный медикамент. И такие вещи – это ваши, они дешевые, их нет смысла подделывать. С ними точно все в порядке. Другое дело – добавки. Добавки у вас выпускаются бесконтрольно. И здесь уж я не могу никак объяснить, как вот эти доктора, которых я раньше доверяла, могут перейти на такие советы.
если мы все прекрасно знали эту историю, что у нас не было когда огонька, мамы пытались использовать местные препараты, а потом, когда появился таки огонек, именно потому что все уже задыхались, им нужны были нормальные добавки, они перешли на нормальные добавки, и они все дали отзывы, видят ли они улучшения. Да, они все видели улучшения. То есть результат был стопроцентный. Еще был недавно случай, не так давно одна моя знакомая местная, доктор, она работает в Канаде, она привезла для своей мамы пробиотик, который ей порекомендовали, российский пробиотик, разрекламирован, не дешевый, кстати, но выпускается как добавка, не как медикамент. Я ей, кстати, уже указала на это, надо смотреть, это медикамент для них или добавка. Мама дала совершенно бешеную реакцию, они очутились в госпитале. Я об этом узнала только потому, что я у нее в этот момент была в гостях, и ей пришлось со мной быстро распрощаться и уехать домой к маме. Я попросила название этого препарата, посмотрела, и что же я увидела. Там был пробиотик и еще воткнутый, да, для здоровичка, витамины группы В. Я ей сказала, что доктор Клинхарт, которого она тоже очень уважает, говорит, что даже просто смешать группу В достаточно для того, чтобы там начала расти плесень. Поэтому мы с вами очень давно даем отдельно витамины группы В, если кто забыл об этом. Она сказала, что мама на самом деле очень чувствительна к плесени, и она продала дом и съехала в кондо именно потому, что в доме была плесень, и мама очень сильно болела. То есть похоже на правду. Я ей показала кастом пребиотик препараты, мы пересчитали, получилось, что получится даже дешевле, если, я говорю, даже там бактерии, которые, та комбинация бактерий, которые вы хотите повторить, вы созваниваетесь с ними и просите для вас смешать это в такой пропорции. И цена получится лучше. То, что ее мама дала реакцию, это означает то, что ее виталити, как говорят гомеопаты, вот ее внутренняя жизненная сила все еще сильная. Наши детки часто не дают такой реакции. Вот это именно наша проблема, и мы все это знаем, мы это все хорошо помним, потому что, вот, например, а утенок не болеет, да, потом заболел, это хорошо, мы знаем все это. Вот это из той же серии. Вы им даете эти добавки, они вам не показывают реакцию. И вы даже не знаете разницы, потому что вы никогда не использовали качественные препараты. Это вообще ужасно. То есть если бы вы взяли качественные препараты, потом попробовали перейти, то вы хоть увидели, как что-то новое появилось, что-то новое исчезло. То есть так можно сравнивать. То есть вот с этой точки зрения я считаю это недопустимым, и я не считаю это заботой о ваших финансах, я считаю, я подозреваю, что здесь просто забота о своих параллельных доходах для этих специалистов. Что я еще считаю плохим признаком при выборе специалистов? Это рекомендация использовать другую терапию с сомнительным положительным эффектом. Дорогую, это я имею в виду и детей IV-хилирования, то есть мы все знаем, что и детей IV-хилирование никогда не давало хороших результатов. Ну, слушайте, вы о нем слышали, я знаю, вы слышали от доктора, и я отдельно об этом сделала презентацию, посмотрите, не презентацию, а видео, посмотрите, пожалуйста. Я все это расписала вот прямо на уровне биохимии, как это работает, и почему это не полезно, почему это вгоняет ребенка в стресс, и никакого детокса при этом стрессе не будет положительного. Но у вас все еще есть врачи, которые это используют как первую линию, знаете, как они это объясняют. Мы же не в кишечник это загоняем, да? Мы это гоним IV. Нет, дорогие друзья, вы это загоняете именно в кишечник, потому что как только вы подняли токсины в кровь, в лучшем случае они будут перехвачены печенью, и в лучшем случае они с желчью пойдут в кишечник. Они все равно пойдут в кишечник, больше никак им выйти невозможно. И вот тут-то все и начнется. И тут-то ваш ликигат и даст их всех обратно. И вы просто что сделаете? Вы их перераспределите, ничего вы не выведете. И я говорила это неоднократно, и все равно это все продолжается. И люди, которые экономят на нормальных добавках, тратят совершенно бешеные деньги вот на такие терапии. То, что я не согласна категорически с такими докторами, к моему счастью, никто из тех докторов, кого я хотя бы когда-то рекомендовала, этим не занимается. Этим занимаются другие люди. Другой пример – HBOAT-терапия. Это еще одна у нас крайне популярная терапия у докторов. У докторов
Я правильно все сказала. Потому что она дает совершенно бешеную прибыль. У нас были доктора, я не знаю, они сейчас все еще остались или нет, у которых эти камеры надувные стояли, вот просто вот помещения были забиты ими. Когда я посчитала прибыль, я просто ахнула, что этот аппарат буквально окупается за несколько дней, а они его используют очень длительное время. Ну да, кратковременный эффект возможен после того, как вы где-то 1004 потратите, но это не считая расходов на гостиницу, на поездку в другую страну, и вы ничего не меняете, понимаете, вы ничего не меняете. Это просто очень прибыльная терапия, поэтому по ней сделано столько много исследований, и другого тут варианта нет. Следующий виток бизнеса у нас намечается, здесь он уже прошел, кстати, вот теперь он намечается у вас, я слышала, это верблюжье молоко. Я давно знаю эту тему, очень давно. Все начиналось так, в США много пустынь. И некоторые предприимчивые товарищи решили развести там верблюдов. Эти верблюды расплодились, стали давать молоко. Молоко дорогое, и с коровьим не сравнить его. Да? Коровье тут вообще копейки стоит. И они решили как-то сделать для него вот красивую оболочку, потому что спроса не было. И вот они, значит, ну вообще родители аутистов, я вам хочу сказать, это такая, в общем, публика, нас все любят, да, потому что мы согласны продавать дома, мы согласны все отдать, только бы наши дети выздоровели. И вот они решили эту идею запустить на аутистов. А сейчас они уже не только на аутистов там проводили исследования, куда только не попроводили. Но насчет аутистов у них буквально там ерунда, парочка, я только вчера все проверила, и выглядит это так. Вот мы дали ребенку вместо коровьего, заметьте, верблюжье, и вот что получилось, он стал лучше учиться. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что казеин у наших детей, не доразлагаясь, ведет коровий казеин, как опиум. Этого нет ни с козьим, ни с овечьим молоком. Оно, не доразлагаясь, не поведет себя как опиум. То же самое не будет с молоком от коров, у которых A2 казеин. Вот у нас сейчас на ферме есть членство, вот там вот A2 казеин. И помнится, мамы из Казахстана тогда писали тоже, что если бы от верблюжьего молока все было так хорошо, у нас бы в Казахстане не было аутистов. Я надеюсь, они помнят сейчас об этом. Но я вам еще раз говорю, верблюжье молоко стали продавать аутистам и очень дорого, именно потому что это было хорошей бизнес-идеей. Вот так выглядело начало этого проекта. Я была свидетелем, я была на аутизм ван тогда. Исследования появились потом, но это вот были, вот мы взяли, заменили ребенка, вот я же вам говорю. Антиоксидационный эффект есть у любого сырого молока, у любого, я об этом говорила. Там все прекурсоры глютатиона. Но оно должно быть сырым, вы не можете его перерабатывать. Никакая переработка не допускается, ни пастеризация, ничего вообще. То есть, если этот верблюд не на вашей ферме, вы не получаете этого эффекта. Кстати, если вы используете сырое козье или овечье, у них в составе нет фолиевой кислоты, добавьте ее как минимум, если вы такие вдруг решили. А лучше не используйте молоко, пожалуйста. Не нужно этим детям казеин получать. Верблюжье молоко содержит казеин. Кто вам говорит, что не содержит, зайдите в Википедию и почитайте, содержит. И кальций оно вам не даст, потому что эти дети не расщепят этот казеин. Они просто, это молоко не дает опиоидной реакции. Поэтому они видели эту разницу. Далее. Что касается вообще молока, я еще хочу буквально пару слов сказать. Дэня по сей день дает сильную реакцию на даже A2 казеин. Я пыталась. Причем это поведенческая реакция. Это не опиоидная. То есть у него нет вот этого затуманенного взгляда. Что мы выяснили? Мы выяснили, что поведенческая она становится после того, как воспаляется евстахиевая труба, вот здесь вот у нас ушки, да, и там скапливается жидкость. Это чистая аллергическая реакция. И эта жидкость давит на ушную перегородку, и мы видим поведение. Но ребенок вот так вот не сидит, вот эта вот нормальная реакция обычного нейротипичного ребенка, он не сидит вот так. Мы именно видим, что он начинает какие-то звуки дикие издавать, его все раздражает. Но мы уже просто научились это дело определять. Мы делаем остеопатические манипуляции, сгоняем эту жидкость через 5 минут. И через 5 минут у нас замечательный ребенок. Итак, кстати, это презентация, у меня отдельная презентация по ушным инфекциям сделана. Вот там есть эти остеопатические манипуляции. Они вам могут даже помочь
в 95% случаев избежать применения антибиотиков при реальной ушной инфекции. То есть это серьезная вещь такая. И вот при такой реакции тоже согнать жидкость элементарно может. Что может Дэня сейчас держать, я вам хочу сказать. Дэня может держать трейс казеина. Это означает, что если я беру это молоко, сквашиваю его пробиотиком от Custom Probiotic, уже я делаю хороший такой натуральный пробиотик, да, в больших количествах. После этого я сбрасываю весь казеин, то есть творог, и сама его ем. И отдаю ему сыворотку. Там немножечко все равно остается. Он самый трейс, но у него не течет теперь кишечник. Ему уже 16,5 лет. Это нормально, это все хорошо, это идет, и он не дает никаких реакций. И я вижу, что ничего не происходит. Я пробовала давать ему, не давать, сравнивать. Все отлично. У нас это уже проходит. Он получает все прекурсоры глютатиона, он получает сыворотку, это так называемый whey-протеин, и он не получает казеина. Вот, собственно, и все мои критерии, и по ним я легко отсекаю специалистов, которым я бы никогда, ни за какие деньги не доверила бы своего ребенка. Разочаровалась ли я во всех, кому доверяла раньше? Нет. Есть, как говорится, хронически порядочные люди. На них ничто не влияет. Поэтому я вам сразу могу сказать, что этих людей пересчитать по пальцам. И это не богатые люди. Но не надо мне потом писать такие вот письма с вопросами. Вы нам посоветовали специалиста. Что вы думаете? Вот он нам назначил. Понимаете, я не знаю вашей ситуации. Это все-таки врач. Вот те критерии, на которые я смотрю. Это должно вам помочь. И потом я еще прошу отнестись к пониманию, что в то время, когда я учусь, я иной раз сплю по 3-4 часа в день. Вот для этого я вам и сделала видео, чтобы вам помочь разглядеть, вот не занесло ли куда-то специалиста. И напоследок я вам могу только сказать, что до конца моей учебы осталось сейчас 3 года из 7, за которые я делаю эту программу. После этого я смогу вам помогать больше, я буду заниматься только лечением, но очно я буду принимать, конечно, только здесь, в Канаде.